поле. Там стая сумасшедшая. Вот. Вода шевелится. Видео поставил. Хорошо видно. Вот чебаки носят. Ну он правильно, он под корягой стоит, он сюда не пойдет на прикормленное место. Вот они устраивают драчки из-за хлеба, аж муть подняли со дна. Смотри. Я вижу. Ты руками не маши, ты когда машешь руками, я вижу, он левее от меня, видишь, да, правее, да, да, два да, штуки. Правее пошел. Вон метр один 15. Вверх пошел, да, метр полтора от меня, вон здоровый чебак, видишь, Андрюх, вон на него, глаза у него видны. Он так меняет радиус, вот, видишь, вон оно, я пальцем два показываю. Даже. Да они по одному вообще не ходят, они ходят стаями. Сначала идет мелочь пузатая, вон там штуки 4 прошла стая чебаков. Вон еще. Ага, Коль, мы там со всей силинки собрали рыбу. Где? Да где, вот где, они где, по руслу где? Идут. Где удочка? Да будет удочка в следующий раз. Надо просто ты приготовить. Я напомнил тебе про удочку. Да ты уже 20 раз напомнил. Нет, это здесь. А там... Надо наживку, во-первых, разобраться, что они хотят. Они хотят больше всего мух. Хлеб это так, приманка. Вон, видал? Муху сожрали, зеленую, которую Андрюха кидал. Причем сожрал не самый большой, а самый сообразительный сожрал. Вон чебак, видишь, ползет. Снял? Там на 7 минут, там должно хватить намного. Ну это вот маленький, видишь, у него тоже это самое. На него только показываешь, внимание на него сконцентрируешь, он энергетику чувствует, он сразу деру дает. Они не любят, когда к ним прямое внимание. Поэтому сложность рыбалки в том, что надо внимание расфокусировать. Сделать вид, что рыба тебя мало интересует. Хотя она тебя интересует больше всего, особенно если ты голодный. И спокойно увидеть самую крупную рыбу, самую хитрую, и подумать, как ее вытащить. Потому что это все мелочь, это статистика. Звено в пищевой цепочке.